Значит, всем доброй ночи. У нас сегодня ритуальное занятие, достаточно серьезное, поэтому настолько посвященное, потому что, в принципе, мы будем работать с планетарными энергиями и со временем. Сразу поясню, почему я нахожусь, да, в маленьком окошке, а у нас в большом стоит логотип Империи, потому что мы будем настраиваться на этот канал тоже. Пока расскажу, почему, собственно, мы собираемся ночью. Потому что, в принципе, планетарные энергии лучше работают ночью. Вот на практике работы с темными силами в том году мы занимались, и в этом году тоже будет сбор в ночь. Многие прочувствовали, что такое работать с планетарными энергиями тоже. Значит, теперь мы вот на листочке бумаги. Если он в клеточку удобнее, если он белый, тоже можно. Да, уже рисуете? Да. У начала стрелы и у окончания стрелы вы оставляете место. У начала стрелы времени, вот здесь вот, вы пишете, обвели, сказали «я». Чувствуете, значит, уже пошло. Значит, вот здесь вот, у окончания стрелы, теперь стрелу времени, это стрела времени у нас, движение времени в линейном порядке, потому что с временем мы всегда начинаем работать линейно, а потом уже нелинейно, то есть с чего-то нужно начать. Теперь стрелу времени. Да, если желание на года, то мы делим на количество лет, а затем, сейчас у меня просто зеркально, по стреле времени мы медленно двигаем ручкой или карандашом. Значит, смотрите, еще раз повторюсь, вы делаете две таких чашечки, вот как чашечки, руки. Вот, напишите о своих ощущениях, для кого они не новые. Да, до свидания, тогда до встречи 5-го.